Несколько секунд на прицеливание и выстрел. Пуля вылетает из ствола спортивного оружия со скоростью 500 км в час. В пулевой стрельбе спортсмен ведет самую трудную борьбу с самим собой. Здесь важно уметь владеть собой, показать все то, чему научился на тренировках. Милана Воробьева занимается стрельбой из пневматического пистолета 3 года и уже имеет первый разряд. Стрельба повлияла на мой характер, я стала смелая, устойчивая, целеустремленная. Чемпионат города по пулевой стрельбе традиционно проводится по 4 дисциплинам. Участники стреляли из малокалиберных и пневматических пистолетов и винтовок. Дистанция до мишени и количество выстрелов зависят от упражнений, которые выполняются из конкретного вида оружия. Есть упражнение лёжа 60 выстрелов, есть там 120 выстрелов из 3 положений, есть пистолет 60 выстрелов, 40 выстрелов. То есть это разные упражнения, они также делятся на олимпийские дисциплины и неолимпийские дисциплины. Городские соревнования берут свое начало в середине прошлого века и традиционно собирают спортсменов разного возраста. Несколько лет назад организаторы решили сделать турнир открытым. Это увеличило количество спортсменов и положительно повлияло на уровень подготовки местных стрелков. Конкуренция. Скажем, у нас приезжают достаточно сильные стрелки из Нижнего Новгорода. Помогают нам расти нашим спортсменам. В этом году в открытом чемпионате по пулевой стрельбе приняли участие более 50 человек. Наш город представляли воспитанники детской и юношеской спортивной школы ИКАР, участники городской федерации по стрельбе. Каждый из спортсменов получил возможность показать свой потенциал и обменяться опытом. Победители были награждены дипломами и памятными подарками. Елена Грицкова, Артемий Глазков, Сергей Рябов, служба новостей, Саров 24.